Abbiamo. Via! Dorina, Chico. Where are you from, Mabin? Oh. Where are you, Mabin? Got it, huh? Here. Don't be in here, huh? Go, Chico. Huh? О, солдаты берут. Здоровый мужчина. Будьте уверены. Вот у меня деньги гафанши, гимиючи. Ну, что бы ты делал? Ну, что? Он сиротинка у нас. И вообще равнодушный к военным. Папаша его, господа казаки, еще в молодые годы голову отрезали. Отрезали. Ах, вот как. Он не кричает, и не ваза, и не куда. Что бы то? Ну что? Мастер заманивать. Новые сапоги, говорит, дадут. Мундир английского сукна. И харчи хорошие. Ису. И сало полкила. Будьте уверены. Могу не ча, что найду. Куда? О, жизнь босиком. Жри, пей. А он упирает. Упирается. А на чем он спать-то будет? На двуспальной панельке синяки наспишь. Кавалер сопливый. Не ты сечел среди девчонку мою?
Он хочет. Ну, конечно, он хочет. Красная армия, друг бедняков. Ну-ка. Хунзян буял. Господи, ваш язык. Хорошо, что тут баб нету, а то понимаешь. Обрадовался, козел. А на кой бес он нам сдался? А если с китайцем встретишься, и он тебя за неприятеля держит, он красную звезду увидит на шлеме, увидит, бац, в лоб. Будьте уверены, их там наускивают. А если китаец-то свой, бедняк, хлопнул его по плечу, я, мол, ты, мол, вы, мол, понимаешь. Чего понимаешь? Ну, ты чего? Не знаешь чего? Цун-джун буяо япо цун-джень. А ты когда говоришь, говори немножко в нос. Вот. Знаешь, вроде насморк. Вот. Вот мы сейчас, Вася, ну-ка. Цун-джан буяо япо цун-джун. Хорошо. Подходящий.
А ты что, не будешь писать? А ему зачем? У него девушка под Богом. Сбегал, поцеловал, вот пей. И письмо? Тот он сегодня чистые портянки одел. Он один раз написал письмо. Да и то. Прощи да про кашу. Родные места поют. А у нас в Тверской девке лучиночку поют. То не ветер ветку клонит, не дубравушка спит. Эх вы! Вспоминается мне 16-й год. Был я рядовым. И шли мы умирать за эту, так сказать, родину. Вы думаете, родина – это деревья, небо, речка? Родина, братцы мои, это люди. У фабриканта своя родина, а вот у Мельникова своя. Кто следующий? Товарищ командир,
как опять хватили с пулемету. Вот, еще одного. Кто следующий? Опять китайцы товарища убили, понимаешь? Что мы понимаешь? Бараны на бой, не понимаешь, по одному убивают. Бить их, понимаешь, надо! Все мигни китайское, понимаешь, вытравить! Косоглазы! Отставить. Перчатки забыли. Ну-ка. Из этой винтовки собираетесь стрелять? Грязь. Передайте командиру вашего отделения, чтобы он дал вам два наряда вне очереди. И помните, что иногда героизм заключается в том, чтобы не стрелять, когда хочется. Купаев, объясните ему. А у него, по-твоему, какие глаза? Не в глазах, брат, дело.
сыт и сломать. Может, обледенело. Учительница? Жидов. Снимай. Арифметики учат. Какой части? Я тебя еще раз спрашиваю, какой части? Пехота. По петлицам вижу. Молчишь, герой? Ты мол мне морду? Каблуком раскроил, а мне не страшно, ничего. А у вас, мол, господин капитан, руки дрожат, халуй. Товарищ, заговоришь, милый. Давно мне с тобой поговорить хотелось, как-то встретимся. Как-то беседа пойдет за все 12 лет. Уж не земляки ли мы с тобой? Ярославский? Узнал! Вижу по морде, что узнал. Помнишь, Кривушин? Кривушинское масло. На всю Россию славилось. Помнишь двухэтажный дом? Каменный белый. Рояль. Подпалил спичкой. Чирк! Библиотеку на цигарки. Скатерти на портянки перевели. Портянки! Покажи мне твои портянки! Покажи портянки твои! Покажи портянки! Слышишь? Был цинцир! Отстрелю портянки! Красные сутки! Покажи! Рояль! Помнишь, рояль? Помнишь, рояль? Гад такой! Расстрелю, расстреляю! Пострелю!
Потапыч! Потапыч! До самой Москвы. Наступать. Надо удерживать до последнего.
противник не должен перебраться на тот берег. Последний из нас взрывает мост. Остается еще один выход. Уничтожить пулеметное гнездо китайцев. Подкрасться, подползти лощиной, потом обойти справа с тылу. И гранатами. Понятно? Ну кто? Кац. Товарищ командир, разрешите, я тоже пойду. Да. До 11 должны успеть вернуться. Не позже. Понятно? Есть! По пулеметному гнезду противника! Огонь! Осем. Ну, чего тебе? Стерва. А ты попробуй подсвисти. Ей подсвистишь. Сема, а Сема? Чего, Николай Лаврентьевич? А как насчет рекомендаций, дашь? Живем, увидим. Нос в крови, на шаберет. Купаев, Коля, возьми мои гранаты за изолом фаргесом ванен за иваксен. Что?
Потугину испортила. Сердце. Смотри, сощами пули не проглоти. Отсев.
Держи, косоглазый. Ты где это я тебе видал, понимаешь? Ты демоните у вас у всех, однако. Ядрёна Божа, ты поранена. Погоди. Не ерзай, подохни. Че так смотришь? Че боишься, а? Ундан. Куда, а? Понимаешь? Не понимаешь? Не понимаю. Не понимаю. Ха, погоди. А кто тебе зубы-то вышиб? Офицер, небось? Теперь тебя, понимаешь, ни одна баба не полюбит. Без бабы будешь. И что же ты ему молчал, понимаешь? Разрядил бы ему в лоб, как меня. Так небось, ты ж катанка, тоже мне понимаешь. Чего? Чего застучат?
Пульзян Буява, я по Сунджи. Понял? Заболел, что ли? Под наверняка супчику. Как рукой сняли. Капитана! Капитана! Товарищ командир, можно поговорить с земляком? Ваше благородие, встретились, на родине встретились. Портянка. Покажи мне свою портянку, понимаешь? Вась, когда ты живой? Живой. Дельце было, понимаешь. Землячка встретил одного с нашей деревни. 5 часов за ним гонялся со сволочью. Душа с него вон. Живьем взял, понимаешь? Да ты живой! Живой, пойдем. Он еще раз узнал. А? Он еще 60 лет. Пусть дух, пусть будет и шафа. Дай тебе хотя бы шума хочу. Я тебе говорю, не стоит, чтобы пусть вас надо не хуа. Сухим, что сухим. Дай на тонкий шанат. Ни зверки, ни кварку. Тонкий не хуа. Сухим, что сухим, на нашу. Дай на кашу, не сухим. Она кидает дух.
это ваше благородие. Также. Идем, Радо. Садили. Идри на мамочка. Хорошо, послухай это. Почему ты убежал? Почему твоя бежала? А? Смыл еще, а? Почему ты? А? Ты за красных? Твоя капитана? Надо тыр-тыр, пу-пу. Защи, спасибо. Уходим в Китай землячков добивать. Надо полагать, не задержимся. Так что приготовьте свеженьких. Все взяли? Товарищ командир, разрешите выйти из строя? Выйдите.
два, тру, хип! Два, тру, хоп! Молодой человек. А молодой человек. Ну, будьте добры, обратите внимание. У него до вас просьба. Вот он просит, чтобы вы подарили ему на память ружье. Такую бездельцу. На память, молодой человек. Ружье. Из ружья у нас на деревне зайцев бьют. А что до винтовки, понимаю? Так, во-первых, она государственная. А потом, она мне самому сгодится. Отчаянный мужчина. Он говорит... Капитана одного убил, так теперь боится засыпаться. И еще он говорит, что всех капитанов поштучно и на вынос. Тогда и бояться нечего будет. Молодой человек, угостите русской сигаретой. Уморилась с разговора. Язык вспотел. Он еще спрашивает, чего это вы воевали, да и по домам. Не интересуетесь отдохнуть? Побаловаться, чем Бог послал.
Вот он еще говорит, пусть наш город сделают красным. У самих у вас головы есть. А ты не вянь. Хвост морковкой держи. Хунзюнь. Ну ладно. Ни хрена. Мы еще с тобой когда-нибудь встретимся. Ружье. На вот, держи. Черпак, он еще ничего. На память. Вообще пригодится. А винтовку, понимаешь? Ежели парень смекнул насчет капитанов, так тут стой, друг подружки. Мало вас тут таких. А ложку ты не бросай, понимаешь? Она ничего. Вот.
Ну, а есть чего будешь завтра этой ложкой? Пойдем, Басяк.